Добрый день, дорогие друзья! У меня сегодня очень хорошая, интересная новость. Сегодня мы начинаем работу над созданием специального закрытого клуба «Клуб «Норма и деятельность». Закрытый академический клуб, совместный проект Московского городского педагогического университета, Института образовательной политики «Эврика» и Московского центра качества образования. Зачем нужен этот клуб и что он предполагает? Мы планируем, что этот клуб будет разбираться в самых сложных, самых глубинных вопросах образовательной политики. Ведь часто в круговерти управленческой деятельности мы не замечаем, что над какими-то вопросами, над какими-то проблемами нужно глубоко и серьезно подумать. Причем не просто подумать, но проанализировать исторический материал, который свидетельствует о генезисе возникновения проблемы, понять, кто про эту проблему уже писал, кто ее изучал ранее, понять, какая литература имеется по данной проблеме. Может быть, специально пригласить экспертов разных сфер деятельности, которые покажут свой взгляд на эту проблему. И для того, чтобы в этом разобраться, недостаточно провести какое-то там масштабное мероприятие с сотнями людей, которые пришли и там что-то про это говорят. Нужно, наоборот, сконцентрироваться, внимательно изучить и в формате такого закрытого клуба, почти такое семинарское занятие, проанализировать, понять, о чем идет речь. Этому будет посвящена работа клуба «Норма и деятельность». Что нужно для того, чтобы попасть в этот клуб? Для этого нужно заполнить анкету. Она располагается на сайте go-url.ru/norma. И заполнив эту анкету, вы сразу автоматически становитесь претендентом на попадание в этот клуб. Кто может заполнить эту анкету? Естественно, ее могут заполнить директора образовательных организаций Москвы, а также все те, кто уже прошел аттестацию на руководителя образовательной организации. Что будет после того, как анкета заполнена? После того, как анкета заполнена, мы внимательно проанализируем данные анкетирования. Все эти данные мы сохраним и никуда не распространим, они останутся приватными. Но из имеющихся анкет мы выберем тех, кого мы считаем целесообразным пригласить в этот закрытый академический клуб. Первое заседание клуба пройдет 15 ноября 2017 года по адресу улица Большая Никитская, дом 24, строение 3. Нам представляется, что это будут очень интересные, интенсивные, важные встречи. Кому мы бы особенно рекомендовали попасть в этот клуб? В первую очередь тем, кто собирается написать какую-либо исследовательскую работу, защитить, может быть, в перспективе диссертацию, неважно, магистерскую, аспирантскую или докторскую, и как-то, так сказать, глубоко изучить определенную тему. Одним словом, приглашаем вас заполнить анкету и стать претендентом на вхождение в закрытый клуб «Норма и деятельность». Удачи!